Друзья, всем привет! С вами Стася Сараева. От компании Sketchmarker ко мне пришел вот такой базовый сет 4, набор из 24 оттенков маркеров. Внутри визиточка, выкраска и вот такая вот удобная сумка для хранения и переноски маркеров. Я хочу показать вам, что можно сотворить при помощи этих оттенков. На первом этапе после карандашного наброска лайнером толщиной 0,05 я делаю линейный рисунок. Предпочитаю, чтобы рисунок лайнером был только намеком. Тонкие, где-то прерывистые линии помогают мне изобразить форму, а где-то и текстуру объекта. После того, как линейный рисунок закончен, не забудьте стереть графит. Приступая к покраске рисунка маркерами, я работаю послойно от светлого к темному. Светлым серым я намечаю теневые участки, постепенно добавляю светло-коричневого для пятен на шкурке козленка. Добавляя более темный тон на рисунок, размываю его предыдущим оттенком, чтобы получился плавный переход. Таким образом, продолжаю прорабатывать весь рисунок целиком, где-то углубляя и прорабатывая тени.
Вот такие очаровательные козлята у меня получились. Я использовала все цвета из этого набора, включая блендер. Что ж, на этом все. До новых скетчей. Пока-пока.